Выбор высшего учебного заведения, пожалуй, первый ответственный поступок в жизни. Давайте узнаем у случайных прохожих, какие профессии сейчас наиболее актуальны у работодателей. Ну, менеджер по продажам, по-моему, это банальные, стандартные вакансии, востребованные самые. Программисты, автомеханики. Я электрик, для меня актуальны все профессии, связанные с этим профилем. Самые востребованные – военные, потому что нужны сейчас солдаты. Банкиры, те, финансисты, такие вот профессии. Мне кажется, по мне, так это самые такие хорошие профессии, которые есть. Профессия педагога в широком смысле слова. В частности, преподаватели, которые бы занимались с молодежью в свободное от учебы время. Согласно исследованиям российских социологов, самая актуальная профессия на сегодня – это профессия системного администратора и программиста. На втором месте – это инженер-проектировщик и замыкает тройку лидеров профессия педагога. Занимайтесь тем, что нравится, и тогда вы не проработаете ни дня. Отличного настроения!